Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы будем рассматривать топ-1 самую крутую, самую сложную карту для выживания в Майнкрафте. Да, ребята, все это вы сможете увидеть сегодня в этой серии по тематике Нового года. Но что самое главное, не забываем ставить лайки. Действительно, ребята, я очень ценю ваши лайки. Я буду очень сильно рад, если вы не поленитесь и поставите ваш лайк. Потому что как только мы наберем 1000 лайков, я вам даю свой зуб прямо то, что я выпущу сразу же следующее видео, ребята. Ваша благодарность для меня лайки, моя благодарность для вас больше видео. Да, ребята, также не забываем подписаться на мой канал, ссылочка есть там в уголку. И также под видео вы сможете нажать на эти кнопочки и сделать мне также приятно. Потому что каждый подписчик для меня настоящий. Друг. Да, ребята, а мы приступаем к самому видео. Что нам нужно делать в этой серии? Что нам нужно делать в этом видео? Да, давайте сначала прочитаем наши правила. Каждые пару секунд зомби будут спавниться. Убить зомби для того, чтобы выиграть денежки. Да, ребята, это карта на выживание, где будут, как это называется по-русски, волны, да, может так сказать, waves, как, допустим, в том же Call of Duty Zombies, да, что-то в этом роде. Вы сможете апгрейдить свою бронь, свое оружие, свои даже спецудары, да, ребята, спецудары, то есть можно даже покупать какие-то бомбы или что-то в этом роде. И также, ребята, каждые 30 секунд зомби будут все сильнее и сильнее. Чтобы победить, чтобы пройти эту карту, нужно выжить 20 волн подряд. Я сразу же, ребята, сразу же, я не требую от вас лайки, я сразу же оставлю эту карту в описании. И мне действительно будет интересно, сколько вы сможете выжить на этой карте. Ребята, сразу же заходите, скачивайте, карта идет на версию 1.88 и... Проходите, ребята, и сразу же пишите в комментарии, сколько волн вы смогли выжить, и давайте, ребята, мы с вами посостязуемся, или как это, посоревнуемся. Мне действительно будет очень интересно. Ну что, ребята, мы приступаем. Мы приступаем, звук все нормально, все нормально. Ну что, ребята, вот пошли наши первые зомби. Первые зомби, мы их, в принципе, будем очень даже простенько убивать, потому что это только первая волна. Как видите, тут у нас... О, спавнятся. Как видите, у нас тут по различным уголкам этой карты находятся таблички, где вы сможете... Где вы сможете апгрейдить... О, попал! Ух, какой крутой удар! Где вы сможете апгрейдить различные ваши умения? Ух, меня уже бьют, ребята! Меня уже бьют! Мне кажется, нужно сейчас будет в первую же очередь... круто! В первую очередь апгрейдить свои доспехи, потому что это действительно очень важно. Давайте быстренько посмотрим, что там. Плюс 2 жизни и плюс 2... И плюс 2 регенерации здоровья. Вот, ребята, я уже потихоньку начал это все апгрейдить, потому что это действительно очень важно. Ух, как я промахнулся! Это самая лучшая атака, которая только у нас есть. Ее нужно действительно очень-очень хранить, потому что она действительно может нам спасти жизнь очень много раз. Как видите, зомби уже действительно стали намного сильнее. Ух ты! Ух ты! Мне кажется, ли нам уже потихонечку жопа настает. Это вторая волна, а я уже еле выживаю. Бум! Четвертая волна, ребята. Вряд ли я смогу выжить 5 волн или 20 волн. Во, сейчас. После этого, ребята, вот сейчас, следующая атака. Вот сейчас, когда мы накопим 25 рубинов, 25 денег, можно так сказать, я сразу же буду апгрейдить нашу кирку. Потому что, как я вижу, урончик нам уже не помешает. Урончик нам уже нужен. Танки-зомби! Ребята, танки-зомби! Ай! Извините, то, что я молчу просто. Сейчас, ребята... Бум, все, круто, побежали. Только не в ту сторону, а вот сюда. Все, апгрейдили, круто. Бум. Опа, сейчас нам действительно нужно немного погулять. Погулять и восстанавливать здоровье. Ща, ребята, а то действительно уже сейчас попа будет настоящая. Давайте, иди сюда, зараза. Бум, на тебе. Ждем. Бум, на тебе. Вот этой атакой нужно действительно очень много стрелять, потому что... Она у нас перезаряжается, в принципе, очень даже быстро. И у нее очень...
У нее очень крутой урон. Ребята, куда нам бежать и что нам делать? Давайте вот это. Вот так. Круто. 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 Так, это очень нужно сосредотачиваться, чтобы не умереть. Очень. Вы себе просто не представляете. Так, побежали. Что нам нужно апгрейдить? Ребята, ваши советы, ваши советы. Может, вот это? Нет, не хватает. Не хватает? А нет, или все-таки я апгрейдил? Так, побежали, побежали. Это тут на этой карте очень нужно внимательно играть. Очень нужно быть сосредоточенным. Но вряд ли я смогу выжить 20 волн. Это очень тяжело. Это очень тяжело. Их там уже столько, что это с ума можно сойти. Не-н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 е. Зомби, пожалуйста, не трогайте меня, я очень хорошенький. Так, так, этого убили. Пожалуйста, этого, этого. Что самое главное, мы их даже не можем отбрасывать. Пум! Так, так, так. Пум! Прям в полете, знаете, такой выстрел в голову. Эта карта действительно очень тяжелая. Это еще, это что? Это, ребята, какой это уровень? Вы думаете, то, что это большой уровень? Не, это только 9-я волна. Вы не думаете, то, что мы тащим. Я хочу увидеть то, что вы скажете, когда у нас будет там, не знаю, 15-я волна. Так, апгрейдили, замечательно, замечательно. 10-я! Бум, побежали, побежали. Бу, перепрыгнули, паркурщик, паркурщик, паркурщик. Дальше, дальше, дальше. Я попытаюсь выжить как можно дольше. Бум, попали, попали. А, но это действительно очень тяжело, ребята. Я даже не знаю, что разговаривать. Я вообще туплю нереально, потому что я не знаю, что вам сказать. Это действительно очень тяжело играть. Так, это очень круто, то, что мы с одной этой бомбы попадаем сразу в нескольких зомби. 11-я волна. 11-я волна. Как я понял, жизнь это действительно движение, потому что если вы тут не будете двигаться, вряд ли вы тут сможете вообще выжить хотя бы пару первых волн. Это действительно будет очень тяжело для вас. Так, убили. Убили. Круто, круто, круто. Пока тащим. Пу-пу-пу. А то еще сейчас еще накаркаю. Чтобы нам изучить. 12-й! Мало того, то, что зомби тут уже такие сильные, что-то с ума можно сойти. Пум. Мне кажется, вот это нам нужно выучить. Сейчас. Нет! Нет! Побежали. Да. 2 ХП. 2 ХП. 2 ХП. 2 ХП. 2 ХП. А нам нельзя умирать. Нам нельзя умирать. 13-я. Какая в жопу 13-я? Какая в жопу 13-я? Побежали. Ребята, честное слово, это очень тяжело. Я очень какой-то загнанный в угол в этой серии, потому что я даже не имею представления, что вам рассказывать, потому что тут нужно очень сильно сосредотачиваться. Очень сильно. И что самое главное, нужно покупать себе какие-то нужные шмотки. То есть, если вы продинамите, если вот так сказать. Ай, не хватает, 14-я волна. Да, я что-то купил, у меня сейчас уже намного больше жизней, чем должно быть, да, по идее. Пум. Но убегаем, убегаем. Полтора. Побежали. Нет, не туда. Сюда. Так. Давайте, скотины. Не ожидали? А вот я тут. Так, круто. Пум. Вот это граната или... Или что это такое? Это действительно круто. А что самое главное, тут даже не нужно убивать зомби, чтобы у тебя появилась новая волна. То есть она у тебя появляется через каждые 30 секунд, да, как я помню, читал. Это хреново. В каком смысле хреново? А в том то, что тебе даже не дадут отдохнуть ни капельки. Ни капельки. Но то, что круто, эта атака действительно очень быстро перезаряжается. Пум, прыгни. Вот нужно бегать. Если вы тут не будете бегать, вам попа. Честное слово, ребята, поверьте, вам попа. Я вам не вру, можете мне верить. Вряд ли мне даже получится еще одну серию записать. Не одну серию, а
а еще одну игру записать, потому что вроде пока что, я не скажу, что прям супер-пупер справляюсь, но пока что тащу. У меня только 10 вот этих рубинов, то есть вот этого бабла, а нам нужно как можно больше, собираем 13, для того, чтобы купить себе какой-то апгрейд. А знаете, что я хочу себе купить? А вот эту фигню, вот эту бомбу, я не знаю, какое-то атомное оружие, которое действительно наносит плюс тому массовый урон, так оно еще очень много урона наносит. 18-е. 18-е. Они даже не умирают. То есть они спавнятся, им похрен. Затащил и эту волну, не затащил и эту волну. Им до жопы. Извините за такое выражение, но действительно, ребята. А, все, мне жопа. Мне жопа! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Зомби, пожалуйста, вы хорошенькие. Я знаю, вы хорошенькие, вы дружелюбные зомби. Пожалуйста. 18-е. 19-е. Дружелюбные зомби, не бейте меня, не трогайте меня. Убили, нифига себе. А прикиньте, если мы вот таким образом доживем до 20-й волны. Мне же сказали, доживи до 20-й волны без... единой смерти. По идее, у меня не будет даже ни единой смерти, но все же я доживу до 20-й волны. Ну, если у меня, конечно, это сейчас получится. Так, убили там сразу 10 зомби. Дожили! Да, ребята, мне кажется, они сейчас спавниться не будут больше. Они будут сейчас спавниться больше или нет? Если нет, у нас действительно будет шанс выиграть. Может. Мне просто действительно хочется... Хочется увидеть, будут ли они дальше спавиться или нет. Так, выучил. Это очень круто. Побежали. Вы видели? Мне в одну секунду написала You won, you lost. То есть ты выиграл и ты проиграл. Так я выиграл или я проиграл? Ребята, если вы очень внимательны, перемотайте назад, и вы увидите то, что мне в одну секунду написало. Сначала ты победил, а потом ты проиграл. А меня убили, или я просто продержался 20 уровней? С первого же раза. Хоть я только заметил эту карту, я ее скачал, и я сразу продержался 20 уровней. Ребята, я хочу с вами немного посоперничать. Да, поэтому я еще раз вам скажу, ссылочка есть в описании. Заходите, скачивайте, мне будет очень интересно, сколько волн вы сможете продержаться. И действительно, напишите, знаете что? Что вы себе улучшали в первую очередь? Потому что нужно знать. Многие, наверное, будут улучшать урон, потому что будут думать, то, что урон будет решать все, но мне кажется... Если бы я свою броньку не улучшил в первую очередь, то, мне кажется, я бы не протянул 20 уровней, даже вот так бегая просто-напросто по кругу. Но все же, ребята, я еще раз скажу, ссылочка есть в описании, заходите, скачивайте и играйте. Ребята, я буду очень сильно рад, если вы поставите лайк, потому что каждый лайк для меня очень важен, честное слово. Очень важен. Одна секунда, чтобы поставить лайк, это не так-то сложно, не займет у вас много времени, но сделать мне действительно приятно. 1000 лайков, выходит сразу новая серия любого другого видео, без модов, прохождения карты или что-то другое, или вот такое испытание выжить. Да, ребята. Еще раз вам скажу большое спасибо за просмотр, не забываем подписываться на мой канал, ссылочка есть там, ссылочка есть под видео. Каждый подписчик мой друг, да. И что самое главное, я общаюсь со своими друзьями. Вы можете задать любой вопрос под этим видео или под любым другим видео. Я как только смогу, сразу его прочитаю и также на него отвечу. Да, ребята, еще раз скажу всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.